прежде всего начнем с выбора сортов. От этого будут зависеть и сроки посева. Для выращивания рассады огурцов необходимо выбрать самое светлое место. Ближе к вечеру цветочек начинает закрываться. Первую подкормку лучше всего делать через 2 недели после пикировки. Капусту нельзя выращивать на одном и том же месте в течение 4 лет. Ваш агроном на телеканале «Усадьба». Чтобы создать оригинальный и яркий сад, не стоит бояться переделывать старое. В саду была уже готовая композиция, но мы решили, что мы ее преобразим, трансформируем и создадим что-то новое. Подбирать нестандартных партнеров известным растениям и совмещать практически несовместимое. Разместить розы, чтобы они органично и лаконично вписались в пространство природного стиля. Смело проводите ландшафтные эксперименты на телеканале «Усадьба». Если вы хотите у себя создать гармоничный природный сад, то без органических удобрений вам просто не обойтись. Азот – это удобрение весеннее, это древесная зола. Но как осеннее удобрение оно идеально. Способствует хорошему вызреванию побегов и хорошей зимовке. Ничего в этом сложного нет. Подкармливайте свои растения правильно, и они отблагодарят вас хорошим урожаем и прекрасным внешним видом. Садовый доктор на телеканале «Усадьба».